Григорян — это отдельная история. Григорян — это... он всегда очень, знаете, вот просто его перекрывает, и вот был один Сережа, потом хоп, и другой человек просто. Причем у него разные состояния у Григоряна, самые разные. Вот, и просто когда он приходит на тусовку, все как бы молятся, чтобы Сережу накрыло нормально, чтобы не как в прошлый раз было. Строго и Оля. Ну, ребят, Строго и Оля, они пришли, они такие, знаете, якобы показались, что они есть, но потом их двоих пришли. Почти никто не видел. Где они были, я не знаю. Но туалет был занят все время. Я не могла посрать, ребят. Вот и думайте, что там было.